Горит церковь у моста на Ирпень. Результат обеденного обстрела. Здесь лежит семья из трех человек. Отец, мать и маленький ребенок. Это результат утреннего обстрела. Путин, это так ты даешь зеленые коридоры и не убиваешь гражданских? Вот место, куда попали снаряды. По этой улице. Вот, по этой улице. Гражданский пытается отходить из осажденного Ирпеня. Снаряды попадают вот на площадь и на улицу, на дорогу, по которой эвакуируются гражданские.